7 золотых медалей завоевали представители сборной России по смешанным единоборствам на прошедшем в Казахстане чемпионате мира. Львиную долю наград в копилку национальной команды принесли выходцы из нашей республики. О том, как встречали чемпионов в аэропорту Махачкалы, в следующем сюжете. Едва триумфаторы успели спуститься с трапа, как оказались на руках многочисленных болельщиков. Разделить радость победы с прилетевшими вечерним рейсом бойцами прибыли их родные, друзья и одноклубники. Меня сегодня встретили братья. Честно сказать, я очень-очень-очень рад, конечно, этому. Рад их видеть здесь. Еще я хочу выразить огромную благодарность своим тренерам. Вот мои друзья, одноклубники тоже пришли сюда, меня встретили. За победой на чемпионате стоит долгий и упорный труд. Прежде чем попасть на основной турнир этого года, бойцам пришлось пройти нелегкий путь. Доказывать свое право на участие в мировом первенстве нужно было на чемпионате республики, округа и страны. Помимо этого, боец клуба «Иглс Дагестан» ведет профессиональную карьеру «Fight Nights», состоящую пока из двух побед. Пока нету ничего такого. Соперника тоже не дали. После боя с Сидоренко мне не сказали еще соперника. Думаю, месяц надо отдохнуть по-любому. Я за эти 7-8 месяцев уже провел 2 боя профессиональных и 4 турнира любительских. Надо сюда отдохнуть. Чемпионат мира по версии Всемирной ассоциации ММА специалисты считают самым престижным в любительском спорте. Сборная России на этих соревнованиях из года в год занимает первое общекомандное место. Выходец из Гумбетовского района Абдумуталиб Гайрбеков – чемпион в полулегком весе. В финале подопечному Расула Магомедалиева противостоял боец из Украины Денис Муснек. В финале был очень опытный соперник, 31 лет, чемпион Казахстана по греко-римской борьбе. Все время вязал меня. Ну, у меня было фан на бой был дать ему чуть поработать, не дать себя перевести. Он прижимал меня все 3 минуты первого раунда, он забрал, а вторым 2 минуты я его перевел и забрал. Также во втором раунде. Ну, тактически разобрал его. Аккуратно все. И, ну, так как он местный боец, мы ожидали, что могли дать экстра раунд. Ну, судьи оценили правильно ход встречи и дали мне победу. В турнире принимали участие спортсмены из 30 зарубежных стран. Воспитанник столичного клуба «Горец» Гаджимурат Заваев провел в Казахстане 4 успешных боя. В финале он был сильнее спортсмена из Белоруссии. Я чуть болтанул, там попал пару ударов. И потом уже, когда повалил, и на добивание уже на спину зашел и задушил. Я выиграл чемпионат мира и, конечно, хотел бы там в какой-нибудь хорошей организации подраться. Кто что предложит, посмотрим. Профессионалы, да. Всего дагестанцы завоевали на турнире 6 золотых медалей из 7 возможных. Помимо прибывших на родину спортсменов, чемпионские пояса выиграли Али Абдулхаликов, Шамиль Мусаев и Магомед Шахрудинов. Гамзат Нурмагомедов, Гилач Курбаналиев, телеканал НТ, Махачкала.